В Ангарске реконструируют памятник бойцам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Так называемый «бронзовый солдат» был установлен 16 лет назад на пожертвование местных жителей. В прошлом году по инициативе мэрии монумент решили реконструировать, а именно установить мраморные плиты, которые дополнены именами солдат, погибших в ходе специальной военной операции. Подробности далее. В 2007 году в Ангарске появилось памятное место, посвященное бойцам, погибшим при исполнении воинского долга в горячих точках. События в Афганистане, Чеченской республике и Дагестане унесли жизни многих ангарских милиционеров и военнослужащих. Земляки их помнят и чтят. У мемориала ежегодно проходят митинги и торжественные мероприятия, посвященные памятным датам. Монумент возводили на народные средства при поддержке администрации. Фигуру солдата отлили из бронзы красноярские мастера. За памятником установили гранитные плиты. На них 83 фамилии. И есть необходимость добавить новые. Поэтому монумент коллегиально решили реконструировать. Этим занялся иркутский скульптор Александр Абрамов. Мы добавили две дополнительные. Видите, мы архитектурно связаны с тем, что уже было. Мы не можем делать новый проект. Как бы ситуация такова, что нужно просто продолжать начатое. Поэтому был избран путь также поставить две большие плиты в виде знамени с георгиевской лентой и с символом Орден Мужества. Да, вот он как бы у нас тоже здесь участвует. И отдельные знамена, на которых будут написаны имена отдавших жизнь за те события, которые сейчас происходят. В конце 2022 года реконструкция памятника завершилась. Работы были выполнены за счет благотворительных средств предпринимателей местных бизнес-сообществ. Этот и другие вопросы были рассмотрены на совещании оргкомитета, который был посвящен предстоящим патриотическим датам. Митинг у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в локальных конфликтах при исполнении служебных обязанностей. 23 марта с 15 до 16, улица Горького. Ответственное управление по культуре и молодежной политике. И второе мероприятие, которое будет проходить в этот день, это вечер памяти, посвященный Дню памяти военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного воинского долга. Также 23 марта, 17:00, Дворец культуры «Нефтехимик». Ближайшая памятная дата – 15 февраля. Траурный митинг пройдет в Парке Победы. Масштабные мероприятия в Ангарске развернутся 23 февраля, в День защитника Отечества. Череду торжественных мероприятий откроет встреча у памятника воинам, победителям, первостроителям. Анастасия Москаленко, Алексей Выборов, Олег Левченко. Местное время.